вы тоже это чувствуете. Махеев. Лентяй первой марки. А он откуда? I'm from Turkey. Иди работай! Девчонки, вы, кажется, наладили контакт. Друзья, всем привет! С вами Хижина Музыканта и Гриша Зев. Сегодня у нас новая рубрика, в которой мы притворяемся дядей и его племянником, который вообще супер ленивый, ничего не хочет делать, но на самом деле у него скрыт талант к баяну, который достает, заигрывает, запевает, ну а дядя подключается. Вторая часть будет на канале Сереги в описании под этим видео, но перед этим, ребята, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и приходите на мои концерты, которые пройдут уже в ближайшие месяцы. В России список городов вы видите на экране, билеты в описании под этим видео. В телеграме мы, кстати, разыграем 10 билетов на мои концерты, поэтому подписывайтесь, кликайте «Участвовать». Ну а сейчас приятного просмотра. Это Рус. О, where are you from? We from Russia. О, Россия, ну наконец. Вы... Помощь нужна, девчонки. Какая? Я из иностранных языков знаю только кавказский русский. Другого я не знаю. Сестра привезла племянника. Ни черта не понимает на русском. Надо объяснить ему, чтоб за хлебом не послать. Короче, Зуфар! А? Кушать. Пойдем. Вот, вы на турецком ничего не понимаете? На турецком? На турецком. А? На английском. Он не знает, он турецкий, мне кажется, даже не знает. Я с переводчиком, потому что я не так произношу. Замучился весь день с ним. А он откуда? Он из Турции вроде как. Но сестра там живет. Откуда она племянника привезла, я не в курсе. Мне надо опять Селешасен. Вот что-то говорит. Давайте мы попробуем, пусть он поближе подойдет, чтобы слышать нас. А как я ему объясню? Зуфар, иди. Не был, да. Hello, do you speak English? A little bit. Where? Yeah! Ты... Не, не все. Чё не все? Эзгне, Сигляшам. Эзгне. Where are you from? I'm from Turkey. Oh. How old are you? 25. Ты чё так разговариваешь? Скажите ему, кушать пора. Maybe you... Как это сказать? Go eating. Надо типа спросить. Go eating? Yes. Чё? Go eat. О! О, девчонки. Спасибо. Кушать давай. Кушать, кушать. Eat. Кушать. Башка у него вообще не варит. Кушать. Китте. 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 Yes, eat. Go eat. Девчонки, вы, кажется, наладили контакт. Там. Все, пошел кушать. А вы откуда? Екатеринбург. О, Екатеринбург. Екатеринбург прекрасный город. Видите, как хорошо. Ну, главное в языках разбираться. Вы-то видите, разговариваете, а я знаю. Классная была реакция. Да, я думаю, все, сейчас на русском продолжим. Друзья, если и вы хотите научиться играть на гитаре, как мы с Гришей, то скорее скачивайте приложение Timbro, которое поможет вам сделать первые шаги в мир музыки. С недавних пор в приложении еще можно обучаться игре на фортепиано. Чего глагольствовать, давайте покажу, как все это работает. Во-первых, не нужно подключать гитару к смартфону какими-то шнурами, потому что приложение слышит любую нотку, которую вы играете. В этом приложении собраны упражнения от самых легких до самых сложных, чтобы вы прогрессировали в игре на гитаре и на фортепиано.
И все это в игровой форме, так что не соскучитесь. Приложение абсолютно бесплатное, поэтому вы ничего не теряете. Скачивайте приложение Тимбро в App Store или Google Play и осваивайте гитару. А по ссылочке в описании вы еще получите 50% скидку на премиум аккаунт, где доступны все песни, уроки, упражнения без лимита. Пользуйтесь, погнали дальше. Что-что? А что? Подожди, тут сообщение пришло, сейчас уберем. А у тебя что за шапочка такая красивая? Это королевская, я сегодня королевская. В королях. Бургер Кинга, что ли? Нет. Ну, а откуда же еще взяться? А что, откуда будете, ребят? Мы с Подмосковья. Подмосковье. Ребят, город... это вон, лентяй первой марки, весь день лежит, не поднять, пальмянник мой. А Подмосковье какой город? Иди работай. Вот, ни жены, ни детей, ни денег, на шее у меня висит хрен знает сколько уже. Не-не-не. Ты сказал город, или я не услышал, не сказал? Люберцы. А, Люберцы. Понятно. Мы тоже из Подмосковья, Пермь. Москва скоро до Перми расширится, мы тоже Подмосковье будем. Так вы уже там, почему? Чё-то... А, уже там, понятно. Вы уже чуть ли не в Москве вообще. Да я вон в начале года работал в Наро-Фоминске, Солнечногорске, тоже там в Подмосковье. А, нормально. А кем работаешь? Мастер. Вот, человек работает. Ты когда-нибудь встанешь, этот только ест, спит и вот так валяется. А я работаю, сегодня суббота. Ну, Паша, смотри, какой здоровенький парень. Наверное, еще и спортом занимается, да? Именно, и все за мой счет. Ну, видишь, человек умеет крутиться в этой жизни. Племянник, понимаешь, это даже не жена. Племянник. Ну, видишь, как ты, значит, сильно племянника любишь, раз помогаешь ему. Да не очень-то я его и люблю. Чего? Как оказалось. Как оказалось, уже совсем не люблю. Да я в командировку в Пермь приехал, я вообще с Волгограда. Нам просто поговорить не о чем. Вот это. А, понятно. Я тоже вот в Евпаторию собираюсь скоро. Не хотите? Отдыхать, что ли? Ну да, от него. От него. Так он тебе на хвост прыгнет. Нет, я вот втихаря. Туда приедет. Куда он лучше? А? Он туда приедет. У него денег не будет, я не оставлю. С чего вы это, Серега? А, ладно, что он там в Люберцах денег не намутит, что ли? Серега, смотри, что нашел. Это талая вода напоминает мне всегда, а что случилось той весной, а когда встретились с тобой. Громкая капель напоминает тот апрель, где были только ты и я в курорте Евпатория. Я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду, я тебя не скоро позабуду. Крутой баян у тебя. Блин, класс. Очень-очень много видосов твоего племянника видел в ТикТоке. Так не вот, знаю. Я же говорю, бездельник. Да-да-да. Походу, этот бездельник зарабатывает больше тебя, дружище. Yes. Ты что, зарабатываешь вообще? Ну, есть немножко, есть. Поэтому и позволяй себе отдохнуть. А вы как здесь оказались-то? Где здесь? Вот в этом вот всем. Там мы сидим, балуемся. Вот хотели поболтать с кем-то. Он лежит целый день. Не могу да поднять. Тяжело найти с кем поболтать. Так это вы его подняли. Он до этого весь день его там пролежал. А сейчас что-то захотелось. А если бы мы его не подняли, мы бы его и не узнали. Да? Вот так вот. Конечно. Понятно. Но он, видишь, как там аккуратно прилег, его лицо не видно. Ну круто же поет. Вообще обалденно. Он тоже классно поет. А я даже не услышал, что он там пел. Так это его голос и был. А я не видела их в ТикТоке. Так мы не из ТикТока. Мы из Подмосковья. Ну да, мы не из ТикТока, мы из Подмосковья. Точно. Ладно, ребят. Хорошего дня. Ладненько, ребят, давайте что, там других радуйте, прикалывайте. Окей, пока. Спасибо большое, было офигенно. Пока-пока. Давайте.
Ну, там главное вот этот... Она прям... Что? Мы тоже так умеем. Знал, что ли, да? Ну и да, ну короче, да. О, привет. Привет. Что делаешь? Ничего, отдыхаю. Как? Никак. Да прям. Просто сидишь тут? Просто сижу тут. Здорово. Да, мы тоже вот зашли, что-то нечего делать. Вон дядя приехал с братом. Только ему не нравится чат-рулетка. Знаешь почему? Здесь частенько посылают неадекватные люди. Я говорю, бывает иногда девчонки вот по типу тебя. Ну, хорошая, адекватная. Или ты не такая? Не, ну такая. Но ты тут посылаешь всех или как? Нет. А я просто скипаю тех, кто мне не нравится. Вот это правильно. Вот, а ты откуда? Из Орла. А тебя как зовут? Карина. Карин, скажи, зачем заходить в чат-рулетку, чтобы тебя послали? Знаешь, заходит, целый день там сидит, все посылают, посылают его постоянно, он сидит и сидит. Зачем? Не знаю. Смысл чат-рулетки? Зайти, чтобы поговорить, ну, например, с красивой, симпатичной девчонкой, умной, обаятельной. Вот она все есть, а зачем переключать? Не знаю. А чем занимаешься вообще? Ничем, в школу хожу. О, и как успехи? Нормально. Я тоже в музыкалку хожу, только смотри, мы что там проходим. Из дома, когда во всех окнах погасли огни. Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай. Ехать такси, но нам нечем платить, и нам незачем ехать, мы гуляем одни. На нашем кассетнике кончилась мелка мотай. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. А? Мне понравилось, классно. Точно? Да. Мы просто иногда играем вот так вот, семейным кругом, так сказать. Я семейным понимаю. Кругом. Только если находим адекватных людей. И ты сегодня единственная, кому мы хоть нотку произнесли. Это точно. Ты тоже играешь, говоришь, да, на чем-то? Нет, я сказала, я это учусь. На чем? Не на чем, просто. А, в школе учишься? Да. Я-то подумал, что ты тоже в музыкалку ходишь. Нет. А, просто так сыграли, ей не понравилось. Видно. Мне понравилось, почему? Да? А чем занимаешься, помимо мальчиков? Да. Ничем, я учусь сейчас только. В чат-рулетке она сидит и показывает, что есть культурные вещи. Я ее только скачала. Только скачала? Да. А кто тебя замотивировал скачать, или вы как-то там? Ой, да никто меня не замотивировал, просто мне скучно было, и я вспомнила, что чат-рулетка вообще есть, я раньше в ней типа сидела, вот, и решила зайти. Ну вот, с подругами, да, в 7 лет, когда тебе было? Ну, кстати, да, лет в 7 как раз я в ней начала сидеть. Жесть, новое поколение чат-рулеточных получает. Блин, 7 лет, сколько ты ж тут насмотрелась, бедная девочка. Ой, ты, ну не ладно, ну не 7, ну... Лет в 10, наверное, в 11. Все равно тебе. Насмотрелась ты, бедные твои глаза. Наверное, ты поэтому ресницы такие отрастила, чтобы они фильтровали до хрена что, да? Ага. Уже на опыте. За 15 лет навидалась больше, чем ты за свои. Да я не хочу, не надо. Я даже смотреть туда не хочу. Ну вот. А сейчас тут почистили все. Сейчас такого раньше нету, да. А раньше, я помню, типа вообще, то есть... Ну, вообще, можно было все что угодно делать, то есть, вообще, все взор. Ну, да. Ты больше не зайдешь, походу. Я все, я лучше полежу на диване дальше. Иду. О, привет, девчонки. Привет. Что делаете? Лежим. Вы из Франции, что ли, или VPN-чик у вас? Из Франции. Да, прям. Ну, мы с Украины, но живем во Франции. А, вы учили уже украинский? Ой, блин, французский. Да. Да.
Sorry, да. Сегодня туплю. Как дела с французским? Говорите? Нормально. Ну, помогите мне понять итальянского дружка. Дядя мой по маминой линии по-итальянски говорит, по-русски никак. Может, схожести есть с французским? Я просто не знаю. Марио. Марио. Can you speak with... Ebbene ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sono in situazione. Speak a little bit together. Поговорите с ними на каком-нибудь языке. Я не знаю, если мы поймем, потому что итальянский и французский чуть разные. Да? Вообще схожести нету, типа, да? Испанский и итальянский похожи, а вот французский и... Di dove sei? Тяжко, да? Di dove sei? О, Франс? Франс, да. О, parlez français, madame, monsieur? Oui, parlez français. Вот же, нет? Très belle, très jolie. Merci. Merci. Все, что знаете. Да не, он просто сказал, что, ну... Мы жили. Мы жили. Мы. Кто вы? Милые. А, нифига, класс. Кстати, во Франции частенько гуляете или как? Да, только пришли. Ага. Я знаю, что там очень много всяких аккордеонистов, то есть моих коллег. Не видали таких? Я сам вот играю на таком, типа, музыкальном инструменте. Да, 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 да. А там частенько на аккордеоне, я знаю, играют. Типа, всякие французские мелодии. Вы наверняка вот что-то такое слышали, нет? О, мама мия, трес телепсионы! Знакомо? Ну или вашей душе лучше? Темный мрачный коридор, я на цыпочках как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнул. Где кто спит уже давно, где кому мне все равно, чью я Бога подойком, мою замену, чтобы увидеть, как не солнце часто. Сомбертесионе, папа. Не постанова. Не постанова, да. Такой прикольчик. О, très joli. Merci. А, я забыл, на русском же уже можно. Погоди, ребятки, у нас на этом выпуск завершен, но если вы хотите продолжение, то вторая часть будет на канале Сереги в описании под этим видео, но если вы набираете 50 тысяч лайков, мы снимаем продолжение, все в ваших руках, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и на телеграм-канал Сереги, плюс приходите на мои сольные концерты, в описании будет ссылочка на билеты, список городов на экране, будет невероятное шоу, баян, гитара, много музла, полноценный бенд, авторские песни, плюс все хиты, короче, классно проведем время. В описании ссылочка. И не забывайте писать комментарии, чтобы это видео залетело. Раиль, это видео просто супер! Вот примерно так. Ждем. Всем пока.